Приветствую всех на канале подписчиков, случайных зрителей. Перебирая еще полтинники после стрима, я нашел, ребятушки, еще один брачок. По каталогу он идет 1-1. Ну, по монете, конечно, видно, что здесь есть какое-то сдвоение в датах. Ну, цифры такие более растянутые. Ну, конечно же, без микроскопа его этот брак особо не разберешь. По каталогу он именуется как брак 1-1. У нас три последние цифры даты, сдвоены справа. Вот здесь идет сдвоение. Сейчас я вам переключу на микроскопик. И это мы сейчас посмотрим. Вот, ребята, такая монеточка. Правда, она, конечно, немножко убитая. Буду я искать себе вариант получше. Вот здесь прекрасно, ребята, видно по двоечке. Краешек двоечки идет вот такое сдвоение. Продолговатое. Ну, за девяточками тоже видно сдвоение справа, за девяткой первой и за девяткой второй. Ну, к сожалению, монета, ребята, в состоянии не очень хорошем ко мне попала. Поэтому я пока ее, конечно же, оставлю. Но буду искать себе другую. Может, повезет и будет получше. Так что, ребята, вот еще один интересный брак аверса я нашел. Довольно-таки случайно. Ну, я очень сильно ним, конечно же, рад. Так что, ребята, вот так. Надеюсь, вышеизложенная информация вам будет интересна. Когда соберу все браки, постараюсь снять общее видео по всем бракам и показать также на своих монетах. Спасибо, ребята, за внимание. Удачных поисков. До скорых встреч. Всем пока.